Привет, ребята! Сегодня будет такой маленький видеоурок, что делать с детьми, когда закончились все новогодние праздники и длинными зимними вечерами нечего делать, нечем заняться. Вот у нас такой видеоурок небольшой, развивает творчество, развивает мелкую моторику. Когда мы переехали, в сарае нашла очень много старинных, замученных виниловых пластинок. Очень много их было. Вот. Выбрасывать было жаль. Что с ними делать? В быту их не приспособишь никак. И мы решили с детьми заняться вот таким небольшим творчеством. Значит, что? На основную подставка пластинка мы налепили стеклышки из аквариума, достали какие-то листочки от цветков, ракушки с моря привезенные. Самое основное было вот и сложно сделать вот такую раковину. Но это тоже пластинка, вы видите, с дырочкой. Она нагрета на газу, ей придана форма раковины и вырезаны два уголка. Когда пластинка разогрета на газу, она очень хорошо режется ножницами. Так, что у нас еще здесь? Вот как она смотрится сзади. Вот такая раковина. Дальше отделка кромки пластинки. Это гречневая крупа. Вот она, видите, какая структура у нее, когда ее садишь на клей. Это гречневая крупа. Все это покрывается красками. Это белый акрил. Это серебряный акрил. Гречка золотым глиттером или как их называют еще, блестки такие вот. Дальше что мы сделали? Всегда в доме, ну у всех, по-моему, есть ракушки, которые валяются без дела. Вот мы их нашли, их можно поставить как подставочку. Смотрите, как интересно. На подставочку. Вот поставили мы игрушки. Аквариумные бусины, аквариумные стеклышки тоже для шарма. Вот еще аквариумные шарики. Вот. И был еще вот такой вот у меня шар. Стеклянный шар. Он тоже, наверное, есть у всех. Вот его мы ставим по центру и ставим стеклянный шар. И у нас получается замечательная икебана. Мало того, это займет работа целый вечер. Вы будете с детьми, единение с ребенком, развитие его творческих способностей, мелкой моторики. А еще это навсегда останется в памяти. Конечно, интерьер этим украшать не будешь, но дело в том, что вот они вырастут, разъедутся, а это все останется и будет настолько забавно и красиво. Посмотрите, как здорово. Будете смотреть и вспоминать, как развивались маленькие ручки, как вы вместе все сидели, улыбались, смеялись и красили, и готовили все это. Творите, удивляйте, будьте здоровы!